Привет, друзья! Мы снимаем долгожданный 4-й выпуск ребилдеров. Наконец-таки мы нашли нашу долгожданную запчасть. Сейчас мы собираемся ехать на этом автомобиле в город Георгиевск за коробкой автомат. Будем знакомиться с Андреем. Это человек, фанат своего дела, фанат марки, фанат именно кузова W116, W126. У него нереально много автомобилей, свой авторазбор. В общем, очень долго искали эту коробку. Единственное, мы нашли кое-как в городе Иркутске. Потом как-то выложил опрос в Инстаграм, и кто-то из подписчиков дал контакт этого человека. Я ему написал, мы с ним созвонились. В общем, сказал, есть коробка, приезжай и забирай ее. Друзья, на самом деле очень много людей интересуется этим проектом. И вот когда мы думали в моменте его продать, были такие мысли, то что вот все было, ну, на самом деле связано с финансовыми, с финансовой частью, с финансовыми проблемами. Были мысли его продать, в общем, из-за вот этой пандемии, проблем финансовых, там этих запчастей, то, что мы их не могли найти. В моменте нас опустились руки. Но постоянно, когда виделся со знакомыми, друзьями, с некоторыми подписчиками из Инстаграм, все постоянно интересовались этим проектом, ну что там, когда вы его сделаете, когда вы его заведете, когда она поедет. И вот, блин, на наши плечи своего рода легла ответственность по вот этому проекту. И мы уже не могли себе позволить остановиться. Остановить этот проект, не восстановить его, не показать людям, на что мы способны, показать свои мысли, как мы видим этот автомобиль по итогу. В общем, в любом случае, друзья, мы этот проект уже не остановим, заднего хода нету, поэтому совсем скоро, совсем чуть-чуть терпения, и мы увидим этот автомобиль снова в идеальном состоянии. Снова его будет, у него будет роскошный вид, его серьезность. В общем, немного терпения, и все будет круто. Все, я понял, мы никуда не сворачиваем, немного заблудились. Не, никуда не сворачивать. Все, понял. У вас тут прикольно. Природа такая хорошая, красивая. А вот вы едете, я вас вижу. А, я тоже тебя вижу, все. Вот она, вот. Да, увидел? Да, давай, все. Ну что, мы на месте. Приехали. В логово всех мерседесов. Офигеть. Как же круто. Смотри, сколько тачек стоит таких. Крутяк, крутяк. Куда поехали? Да, мы чуть заблудились. Ничего себе, машин стоит, нормально прям. Прикольно. Это 126, да? Да. Блин, он тоже красивый очень, на самом деле. Это все каратыши, да? Блин, красиво смотрится, если честно. Красивая машина. Блин, мы такое видели, когда наш Мерседес выгребали с гаража. Там было чуть-чуть похуже. Да. Ну мы тормоза прокачали, это нормально. Так, в общем, мы доехали до локации. Андрей Осипов, вот, в общем, это человек, у которого наконец-таки нашлась та запчасть, которую мы искали очень долго. Одну мы нашли только в Иркутске. Блин, мы сейчас ищем пороги, где купить. Пока что все. Угу. Блин, ну вообще крут. Вообще крут. Тут совместили решетку с капотом, да? Я не знаю, я его взял. Блин, а что делать с порогами вообще? Ты что, варить и варить как? Ну вот это я ему обварю. Восстанавливать? Вот это я ему обварю. Вот это не будет. Угу. Вот как он есть, так вот у вас. У нас только пороги сгнили, арки, остальное все хорошее. И листами обвалю.
обвалю его, и все. Ну, он будет максимально приближен к заводскому состоянию. Где-где? Вот, ручной, блядь. Да, да, я понял. Если он вот, у него вот тут вот стоит оригинальный, если он сломался, все, брат, надо все разбирать, снимать, надо чтобы эту херню менять. А это съемная перегородка? Да, у них от этого снимается. У нашего тоже, да, получается? Нет. Нашего. А, у нашего нет такой вообще темы. Нет, у него такого нет. У него вот все. Вот это вот. У нас чуть проблема вот с этим лонжероном, с брызговиком, дабл-битый. Это буду делать. Ну, равняйте, что там? Не, будут равнять, да, просто там похабно все сделано, блин, к сожалению. Ну да. Блин, ну кайф, тачка. Восемьдесят пятый год. В общем, ты успешный бизнесмен. За тобой приезжает синий дипломат, ты садишься в него. Чик. И говоришь, поехали. Домой. Наконец-таки. Долгожданная коробочка. Едет в Ставрополь. Она родимая идет. Друзья, в общем, мы вещаем из-под машины. Это означает только одно, то, что мы наконец-таки меняем коробку. Машина стоит на яме. Мы уже все, что можно было, все, что нужно было, все, что не нужно было, уже открутили. Он, Игорек, сейчас снимает стартер, да? И стартеры, два болта, и, в общем, коробка выходит. Мы сняли кардан, отрезали выхлопную систему. Что еще сняли? В общем, дофига чего сняли, даже то, что мы не знаем, как она называется. Сейчас, как ее скинем, будем устанавливать вот эту вот красоту. Заведется она уже по-любому, она-то заводится. А вот насчет того, то, что поедет или нет, это пока что для нас самих большой вопрос. Но мы в любом случае надеемся на лучшее и думаем, что она поедет. Если она поедет, то все, она уезжает в кузовной ремонт. Почему вообще мы меняем коробку на этом автомобиле? Изначально мы просто купили, когда машина не поехала, мы думали, у нас не хватает давления в коробке, то есть масла. В общем, разобрали поддон, хотели поменять сразу и масло, и прокладки, и фильтр, и обнаружили вот такую вот проблему. Такая вот большая дырка в гидроблоке, да? Поэтому давление в коробке не создается, и машина тупо не едет. Вот. Из-за этого мы искали коробку. Редкая тачка, в общем, все дела. Это не на приору коробку покупать. И, блин, обнаружили еще то, что резинка. Это называется подушка коробки, ей тоже хана, мы ее будем заказывать. И также еще подвесной на кардане также надо будет заказывать. Все, будем это ставить новое. Ну, по сути, это можно сейчас и не менять, потому что, как она, мы на ней проедемся, она сразу едет. Вся вот эта вот подвеска, которую вы видите, будет все тут абсолютно сниматься. Пескоструется, красится и устанавливаться уже в первозданный вид на свои места. В общем, так. А так почти коробка снята. Двигается тут. Можем ее чуть даже опустить. Оп. Она уже идет. Стартерок доснимем. И все. Настал тот момент. Ту-ту-ту-ту-тун. Идет старая коробка. Офигеть. Мы ее вытащили? Да. Ого! Охренеть. И что это? Ну, у нас получается на тот целый. Это за счет чего он сломался, интересно? Коробочка идет. Сейчас. Рафик, помоги здесь 2 секунды. Машину чуть назад толкнете. Машину чуть назад толкнешь. Вот она, родная, блин, сколько мы ее ждали. Сейчас буквально 2 секунды, и коробочка едет. Офигеть. Коробочка на базе. Да, но это просто никак не влияет. Ни на что. Это сначала надо будет вот этот лист поставить. Вот лист, видишь, у тебя в руках. Открутить его сначала надо будет.
да, да. Ага. Его открутить, а потом вот этой вот шайбой, вот она, видишь, которая сзади болтается. Ее оттуда затянуть в сам агрегат. Угу. Ну, надо бы там снимать, сейчас мы увидим. А потом, братан, ну я просто. А кто его у вас там его ходит? Это устав? Мы сами, брат, ставим. Сами ставим. А вы не знаете его ставить как даже. Братан, ну смотри. Вот этот лист. Так. Стартер. А как он у вас тут? Опачки. Прямо в дырочку практически. Есть контакт. Есть состыковочка. В общем, ты снимаешь, Жень? Да. Я рассказываю историю. Первый раз в жизни вообще меня на ком-либо автомобиле коробку. Тем более на этом, это еще и автомат-коробка. В принципе, особых трудностей у нас не возникло. Было пара моментов, то, что на маховике не откручивался. Как всегда, по иронии, это последний болт. Он слезался у нас. В общем, пришлось его резать болгаркой. После чего сняли маховик, и он просто рукой открутился. Благо, у нас был запасной маховик. Мы его установили сюда. Также при снятии коробки мы обнаружили, то, что на старом бублике сломан один уз. В общем, новый бублик у нас тоже был. Мы его установили. Наконец-таки коробку. Кое-как сняли кардан. Тоже были проблемы с этим выхлопом. Выхлоп мы уже вырезали. Вот он же, не можешь показать его. Трофейный. Мы его отрезали, нафиг будем выкидывать, потому что смысла нету. Мы все равно будем все делать новое. А так, коробка уже практически на месте. Мы ее устанавливаем уже. Осталось там кардан и пару мелочей сделать. Там заменить масло, фильтр. Ну, в общем, обслужить ее. И уже завтра. Мы, кстати, провозились с этим целый день. Сейчас сколько у нас времени сейчас? 8. Мы начали в 8 утра примерно, в 9 утра, и уже вот 8 вечера. Мы сейчас дособерем сегодня все это, поставим кардан, подушку. А, кстати, посмотрите сюда. В общем, от старости рассыпался подвесной подшипник кардана. Мы его тоже заказали. И была порвана еще подушка коробки. Мы ее тоже заказали, но мы пока что все оставляем так, как есть, чтобы побыстрее уже протестировать автомобиль. Понять, что все работает, и после чего, если все четко работает, мы ее отвозим в кузовной ремонт, где мы ее опять догола все разбираем, снимаем опять же эту коробку, всю подвеску, агрегат, мотор, все мы это снимаем. Далее все рычаги, вот это все элементы, модемная пескоструй, кузов также будет пескоструиться, и все будет краситься, вся подвеска будет собираться новая. В общем, чтобы максимально было все в идеале, как мы и задумали. Посмотрите просто на мой вид. Вот, видите, в масле я весь в кроссовках Армани, блин, за 15 тысяч рублей я вам меняю коробку ради вас просто, чтобы, блин, этот проект не стоял на месте. Все реально ради вас, поэтому, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Сейчас на данном этапе для нас это очень важно, чтобы канал жил, у него была активность, и мы продвигались дальше. В общем, а в новой серии вы увидите, как мы будем снимать всю подвеску, мотор, коробку, будет делаться полностью кузовной ремонт, пескоструй, и будем готовить автомобиль уже, получается, и к покраске потихоньку будем приближаться. Также, друзья, нужна максимальная ваша помощь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой цвет бы подошел этому автомобилю, какие диски и какого цвета сделать на нем салон. Мнение каждого для нас очень важно, потому что мы его строим не только для себя, а строим его как бы это общий проект, чтобы, не знаю, каждый человек мог внести какую-то частичку в себя, в этот автомобиль. И это будет намного круче. В общем, пишите обязательно комментарии по цвету, по дискам и по салону. Мы что-нибудь выберем и воплотим это в жизнь. Вот такое. Только знаешь, что теперь не могу найти? Насрать. Но я не могу найти. Вот болгарка у нас тут. Мы с ней вырезали ей. Кроссовки вообще, да, в ужасе. У меня есть такое предложение. То, что я угробил свои кроссовки за 15 тысяч рублей. Я в этом деле новичок, но может быть устроить там сбор, как так сказать, донат, это правильно называется. Задонатите мне немного денег на новую обувь. А то, блин, ну, ребят, если я каждый раз буду вот так вот менять коробки в обуви за 15 рублей, у меня денег не останется на этот проект. Да. Придется покупать обувь. Постоянно мне новую. Роман заведется, поедет. Да.
Она-то заводится. Вопрос сейчас стоит, поедет ли она или не поедет. Но она поедет. Мы сюда уже душу вкладываем особо. Ну что, друзья, наконец-таки настал этот знаменательный день. Мы установили коробку на эту машину. В общем, вот человек, Игорек, человек, который тоже, вот покажи, уже непосредственно участвовал в установке коробки. В общем, никогда в жизни ни он не стал коробку, ни я. Но каким-то образом нам это удалось сделать. Хотя была некая дилемма там с ней, там всякие трудности были. В общем, трудности не закончились с машиной по установке коробки. У нас есть опять трудность, с которой мы сейчас вообще не будем никак бороться, потому что смысла нет, у нас немного клинят тормоза. Мы уже не хотим никак тратить время на это, то есть не делать ни тормоза, не вкладывать туда деньги, потому что следующий идет ремонт кузова. Подвеска идет после, только ремонт подвески начнется после самого, соответственно, ремонта кузова. И вот мы решили, что просто сейчас он проедет вперед-назад, в принципе, и все. Дальше мы будем уже заниматься кузовом. Поэтому на тормоза нам сейчас вообще все равно. Мы не хотим ими заниматься. И на это уже вот реально не осталось, в принципе, времени. Все, пускай погреется, да, чуть? В общем, как вы видите, машина уже заводится сама нормально, она немного троит, тупит. Выхлоп такой громкий, потому что мы его отрезали. В общем, сейчас покажем вам, как он будет трогаться с места. Какой-то холдскульных тачек. Магарыч. Она, короче, этот, пока я Магарыч 50 грамм не наливаешь бензинчика, она не едет. Она у нас такая выпивающая дама в возрасте. Вот видите, чик. 50 грамм бензинчика. В общем, сейчас просто у нас уже нету времени, тупо, мы не хотим уже его ни настраивать, ни дорабатывать. Даже аккумулятор, посмотрите, посмотрят КамАЗа, потому что нам реально уже все равно. Как и что, потому что в любом случае это все будет разбираться и ставится новое практически. Ух, да нормально. Как этот олдскульный американский этот. Маскл-кары. Он, видишь, дымит. О! Ох, Акрапович! Что-то она не хочет. Что такое, Игорек? Что такое? А? И что это значит? Топлива нету подачи. И вот так у нас всегда. Нету подачи топлива. Нету непонятно чего. Нету непонятно кого. Нету тормозов. Это уже все достало. Реально. Поэтому сейчас мы постараемся ее завести, на ней проехать, чтобы вы это наконец-таки увидели. Вот так вот она нас мучает. Постоянно. Потому что автомобиль очень долго простоял. Все системы у нее загрязнились. Это просто тупо нужно все разобрать и промывать. Что делать? Отлично. Но перед тем, как еще проверить коробку, мы мучились ее, наверное, дня 4 пытались завести. У нас опять были проблемы с зажиганием, с крышкой трамблера. В общем, спасибо Вадиму. Он этот ролик будет смотреть обязательно. В общем, спасибо Вадиму за то, что смог ее завести. Вот, но сейчас опять у нас какая-то ерунда вылезла. Подача была нормальная, сейчас, скорее всего, она забилась. Попытка номер 5434.
видно, что жопа присаживается. Хорош! Да. Игорь, это такое чувство, будто научить ребенка ходить просто. Вот она. На самом деле это стоило трудов ни одного человека, чтобы она вот так вот ездила. Выхлоп вообще, да, просто бешеный. Она так и оставит. Не, ну мы заварим кастомный грамотный выхлоп. Давай, 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 давай. Все, четко. Все, Игорек. Ну что, друзья, вы сами это видели. Спустя 11 лет она тронулась своим ходом. Правда, очень тяжело ей это дается. Но все же она поехала сама. Следующим этапом у нас идет капитальный ремонт кузова. Тут будет все демонтироваться, вся подвеска, агрегат, коробка. То есть все полностью догола будет пескоструиться, вариться, заново все красится. Вся подвеска также будет песочиться, все будет ставиться новое. В общем, следите за проектом обязательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Для нас это мотивация.